то он как бы сказал, ну, на сегодняшний день вот такой порядок. Хотя там возникли вопросы и говорили, что, возможно, там еще что-то надо будет, но пока что дали вот эту вот информацию. Если у кого-то очень что-то срочно хотите сделать, то вот можете поэтому. Потом идете к нотариусу, и, соответственно, он вам заверяет ваше завещание. Вот эти вот вопросы, те, которые возникли в самом вопросе, в смысле, в момент как раз самого этого завещания. Так что благодарю за внимание и передаю это все опять Лейле Гаитовой. Благодарю, Наталья, за хорошую подробную информацию. Нам Роза присоединилась, рада ее видеть. А следующая у нас часть посвящена блокчейну и токенизации. Давайте сейчас вот вам передам информацию с первых уст от Алексея Суходоева. Люди задают вопрос, какую связь имеют Skyway Capital и токены, и какая выгода для тех из них, кто все-таки обменял свои доли на токены. Вот и я отвечаю на этот вопрос из уст нашего члена правления. Давайте сразу обозначимся, что у Skyway Capital своего токена нет. Все, что мы предоставляем, это токены от головной компании SVG. И это закрытый режим. Поскольку на сегодняшний день уже, скажем, мы близимся к финалу, все эти разработки идут под закрытым грифом. И это прерогатива головной компании. По блокчейну однозначно мы не обойдемся, потому что на сегодняшний день вся мировая экономика интегрируется в эту систему, и это наиболее простой способ учета и капитализации активов компании. Также под эгидой блокчейна на сегодняшний день очень много вырастает пирамид и хайпов, которые спекулируют этой темой. Ну, не будем еще раз повторяться, но крипто-юнит – это одна из версий вот такого вот некорректного поведения. То есть еще раз отделимся, крипто-юнит никакого отношения к проекту Skyway не имеет. И мы эту мысль должны транслировать нашим инвесторам и нашим партнерам. Помимо этого, сейчас очень много предложений людей, которые разбираются, скажем так, поверхностно в этой теме и предлагают свои варианты. Но как головная компания, так и наш стратегический партнер в Объединенных Арабских Эмиратах, именно они имеют отношение к токену SVG. Поэтому как только эта информация будет открыта, мы ее сразу донесем до наших инвесторов. Они не запустятся, пока не запустятся коммерческие проекты. Вот это мы должны тоже понимать, что SVG токен не запустится, пока не будет адресных проектов, пока не будет коммерческой реализации. Ну, пример такой вот приведен, что компании берут токен одной компании и конвертируют токен в другой компании. Поэтому никакого другого токена в проекте Skyway, кроме SVG, не предполагается. Этот токен будет производиться, ну вот будет, так скажем, в целях капитализации учета использоваться только он. Дополнительно будет организована специальная сессия, о которой мы сообщим для тех, кто интересуется темой блокчейн и крипто. И у него будут конкретные аргументы для тех людей, которые, скажем так, имеют опыт в криптоиндустрии, но они не понимают, как они могут себя здесь реализовать. И, конечно, как только информация об этом мероприятии поступит, мы с вами ей поделимся. Также был задан такой вопрос. Как предсказывают экономисты, мы находимся на пороге экономического кризиса. И в чем выгоды наших инвесторов инвестировать в наши доли по сравнению с тем, что они могут сейчас вложиться, ну, скажем, более жесткие активы, к примеру, недвижимость или золото. Ну, здесь такие аргументы могут быть, которые вам помогут в разговорах с вашими клиентами. Мы приобретаем более ценный актив, который со временем он постоянно растет. Но об этом, я думаю, нам не нужно говорить.
демонстрация – это наши этапы, которые мы видим, что с каждой смены дисконта на 15, 20, а иногда 30% наши доли увеличиваются в цене. Плюс есть объективные цифры в том, что мы инвестируем с вами в транспортную отрасль, потребность в которой растет день ото дня. Будем говорить не только о пассажиропотоке, который увеличивается, я думаю, вы сами замечаете, что и междугородние, и городские режимы, они постоянно, пассажиропоток увеличивается. Но также речь идет о грузовом транспорте, который постоянно требует более высокого, скажем так, более высокой потребности в грузопотоках. Поэтому мы с вами работаем именно с теми ресурсами, которые в цене постоянно растут. Головной офис решает вопрос на сегодняшний день с актуальностью работы с компанией Skyway Invest Group. Поэтому мы не даем никаких сейчас обещаний, никаких заявлений. Все это прерогатива нашей головной компании. Сегодняшняя наша задача – это запуск второй фазы Шарджа инновационный центр, где проходит внедрение нашего юникара в тропическом исполнении, после чего последует уже оплата и предзаказы от стран и компаний, которые работают в данном регионе. Конечно, эта информация закрытая, но думаю, что нам осталось недолго, буквально, может быть, несколько месяцев, максимум полгода, когда нам анонсируют эту информацию. Следующий этап, который очень важен для наших инвесторов, это, как вам сказала Наталья, есть у нас неверифицированные пользователи, есть также пользователи, которые не подтвердили в профиле свой телефон. Пожалуйста, проконтролируйте и подтвердите их профиль. И также очень важный момент, так как у нас в компании одни из самых сильных IT-отделов, у нас в ближайшем будущем планируется, что в личном кабинете будет генерироваться код, который вы сможете передавать в Telegram-боты. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас есть страны, в которых нашим клиентам не приходит SMS-подтверждение при операции. Ну, такие страны, как Нигерия, Индонезия. Поэтому нашим IT-отделом разработан вот этот Telegram-бот. Это один из самых защищенных мессенджеров. Плюс из новостей могу сказать еще такое. Сейчас в фазе тестирования находится мобильное приложение Skyway Capital, которое в ближайшее время нам анонсируют. И плюс будет запущен мессенджер, который облегчит нам сервис с нашими клиентами и все наши операции между кабинетами. Таким образом, мы являемся частью большой системы интегрированной, которая занимается тем, что продвигает наш проект по всему миру. Это делается очень активно во многих странах. И это мы ощущаем на планерке, когда география наших регионов постоянно расширяется. Посмотрите, в наших кабинетах более 30 языков. И бренд у нас, это наш Skyway Capital, который мы поддерживаем, активно продвигаем. Сейчас у нас мы вступаем в фазу марафонов. Конференции проходят по всему миру. Если у вас есть партнеры, которые находятся за пределами Казахстана, пожалуйста, вы можете им разослать ссылки на эти мероприятия офлайн и онлайн. Вот, к примеру, я могу сказать, в Турции прошла большая конференция, и я приглашала наших партнеров, которые проживают там, чтобы они послушали это мероприятие. Также у нас сейчас в Казахстане, так как мы же в основном все слушатели из Казахстана, 13 ноября, то есть завтра, в городе Нур-Султан пройдет рабочая встреча для партнеров и инвесторов фонда Capital, которые хотят присоединиться к нашему движению. Даже не исключаем, вы можете тех партнеров, которые имеют доли в Свиге, но они у нас тоже в фонде Capital зарегистрированы, пожалуйста. Если они хотят продолжить свой путь вместе с нами, приглашайте их. Пожалуйста, в личку напишите их контакты, либо дайте мои контакты. Завтра
в Нур-Султане в 18:30 рабочая встреча состоится для инвесторов и партнеров Skyway Capital. 27 ноября в Алматы состоится презентация для тех людей, которые хотят узнать о нашем проекте. Вся эта информация есть в личном кабинете, но я также повторюсь, потому что 27 ноября это уже скоро, в Алматы по известному адресу. Приглашайте, пожалуйста, новых партнеров и тех, кто хотят присоединиться, работать, также, пожалуйста, милости просим. И финалом вот всех наших мероприятий 14 декабря будет конференция в городе Нур-Султан, куда мы приглашаем и алматинцев, и астанчан, и всех наших гостей из Казахстана посетить конференцию в городе Нур-Султан, которая будет проводиться силами нас, лидеров Казахстана. Займет она где-то 2-3 часа. Место мы еще вам сообщим дополнительно. После рабочей встречи завтрашней в Нур-Султане мы уже определимся место и количество людей. Поэтому, дорогие мои, давайте мы этот год закончим. Давайте всем нашим друзьям расскажем о том, что 5 числа у нас этап очередной закрывается. У них еще есть возможность приобрести долю с выгодным дисконтом. Все предложения жду в личку. Я вас благодарю за внимание тех, кто был, тех, кто нас поддержал. Надеюсь, каждым разом нас будет больше, и технический уровень нашего мероприятия будет высоким. Будет, конечно, запись нашего мероприятия, поэтому те, кто не успел или позже присоединился, я вам обязательно дам ссылку на наш вебинар спустя неделю. Благодарю всех за внимание, всего доброго и до новых встреч!